Привет, друзья! Сегодня воскресенье, а это значит, что на канале новый влог. На этой неделе мы были на обзорной экскурсии по Самуи, покажем ее вам. И также к нам приехали наши друзья с Украины, фотографы, профессионалы, которые нас пофоткают, тоже все покажем. И если кому-то надо фотосессия на острове, обращайтесь к этим ребятам, ссылки будут в описании. Как вы догадались уже по названию ролик, сегодня мы отправились на экскурсию по острову Самуи. Первое место, куда мы приехали, находится на севере острова, возле аэропорта. Здесь находится большая пагода, и в ней находится стопа Будды. Мы здесь уже несколько раз были, это Будда, вот, который находится на горе, здесь обзорная классная площадка на почти на весь остров. Есть еще одна площадка, вот сейчас пойдем туда, покажем вам. Валюха, ну-ка попробуй. Да. Сейчас она угомонится. Держи. Ну, Валюха, пробуй. Ну, давай, что ты. Офигеть! И вибрирует, да? Да. Мы едем на следующую точку. Ну что, теперь мы наверху джипа. Дорога просто жесть. Размыло после дождей на Самуи. Раньше полегче здесь было. Ребята на байках решили подняться в ту гору. Мы тоже как-то поднимались, но на самом деле не советую. Приехали еще на одну точку. Здесь у нас будет час отдыха у бассейна и потом еще ланч. Сюда можно также приехать отдельно, просто с детьми. Тут много скульптур динозавров. Детям будет вообще интересно. Ну и можно почилить у бассейна. Отдохнули, почилили. Выдвигаемся на следующее место. А следующее место у нас Красный храм.
одно место, куда приехали. Водопад Мумуанг-1. Чем нам нравится Мумуанг-1, что не надо никуда лезть в гору, никуда подниматься не надо. После дождей все водопады наполнены водой, очень бурные. Тут есть такая вот улица, где можно купить сувениры. Деревья гигантские, просто смотрите. Просто камера не передаст вам. Просто огромная. Тут ствол, просто не знаю, 1.5 метра в диаметре. И тут таких деревьев много. Ну вот он, водопад. Можно даже искупнуться, если есть желание. Что, вода холодная? Холодная. Холодная? Но приятная. Короче, в жаркий день само то. В жаркий день супер. То, что доктор прописал. Чудо монтажа, и мы уже на другой точке. Называется сад Дуси Дева. Красивый такой вход. Welcome drink. Так я возьму. Что-то. Это как эти, помнишь? Да, да, яичко нам делала. Да. Hello. Голубая штука. На что похоже? Цветочная вода какая-то. Синяя, не замерзайка. В общем, выдают еще хлеб для птиц. Сейчас пойдем кормить. Место тут, конечно, прикольное. Этим местом владеет, ну, как бы определенный там таец, да, который с детства, ну, хотел увлекаться скульптурой, но его родители отправили учиться и заниматься бизнесом, но вот как бы как его хобби остались эти статуи, то есть для начала, поначалу он просто делал это все для себя, привозил из разных стран, то есть это не только тайские скульптуры здесь находятся, да, это и балийские. Юго-Восточная Азия. Да, вот. Музей Юго-Восточной Азии. Место стоящее, посетить прям обязательно вам. Будете на Самуи, приезжайте.